Да? То же самое и я думаю, когда ты звонишь. Да. Татьяна Андреевич, это вы? Да. Военкомат звонит. Меня зовут Нина, я представляю Тинькофф Банк. Банк был одобрен избирать карту Тинькофф Лайф. Ура! А что он сказала? Избирать. Это Тинькофф Банк, мой банк, но какого-то хера в последнее время почему-то звонит какая-то реклама Тинькофф Банка, которая наёбная, причем даже не настоящая. Обрывает мне кредит. А меня что, мне много кто звонит, надо же кому-то отвечать. Брат вот мне не звонит, не говорит со мной. Ты мне звонишь, когда я сплю. Чел! Ну, когда я тебе звоню? Помню тебя, когда ты мне последний раз позвонил. Я забоюсь о твоем сне. Я на работе бываю часто, когда ты спишь. Так что, буди меня и скажи, как у тебя дела, пушка. Пушка? Да. Ну что, пойдем играть, я братский хост. Ну, захотел. Ну, захотел, брат, а как заходить к тебе теперь? По очереди в сети, да... Да, ну ладно. Все давно я проще, да? Ну не, мне пришел. Ты знаешь, кого мы ждем? Тебя и анонима. Меня. Меня и меня. Блять, я забыл, за что я обычно играл. А, пусть будешь ты. А, всё, я вспомнил. А, брат, будешь тут способность, которую я убил всех своих куркозабр на за один ход? Дросмяти? Да. Дросмяти героев. А, пусть ты будешь женщина. Стартовый бонус всегда деньги. Вот специализация героя — молитва. Брат будет молиться на победу. Хуя же. Хочу гипноз вернуть. Специализация героя — убийца. И что она делает? Убивает. Я сомневаюсь, что она любого моба убьет. Не, рейнджер. У меня деньги, мое преимущество. Специализация героя разума. Удачи. Птичка прилетела, привет. И шваляешь дрожь смерти. Не то что я, у меня просто деньги да деньги. Я простой человек, пассивный, а вы там убийцы какие-то. Гипноз. Не понимаю, о чем ты. Костя, дадим большую фору. Нихуя себе, я не хочу фору давать Косте. Ладно, тебе малую тогда. Тебе доволен. Все мой. Б. Сделаем им, да. Сказаем. Дадим ему.
пару минуточек и пойдем. Если Олег будет согласен пойти без него, то без проблем. Так я пришел, он должен быть согласен. Это правда, Олег? Нет, я тебе против. Ты не прав, Костя. Знаешь, что бывает, да? Да, ты знал, что будет, нет? Когда будет, будет. О, нет, видишь, он ушел, так что можешь начинать, брат. Если Олег будет согласен, хорошо. Нет, я против. Брат, какая там музыка играет на YouTube Music? Думерская. Да, а чё я не могу? Заебал! Вот был следующий, да его отказ. Брат, дай верни возможность менять ник в этом в дискорде. Ты не можешь менять ник? Я не могу менять ник. Брат, ты сказал, там мёрзкая музыка играет. Сказал, думерская. Думерская, я послышу, есть мерзкая. На, брат, почитай мой ник. Э, можешь ты менять ники? Так он свой поменял, ясенки. И теперь другая этот. А, кнопочка. Так что, брат, начинаем, пора. Я за кик анонима. Это ты сказал своими словами, брат, так что пойдем. Я против, у меня все еще голос есть. А почему у тебя ник странный? Это мне Костя поменял ник. Там у тебя есть право менять ники? А ты не можешь. Если что, я... А Костя не мог ник поменять? Мне менять? Сейчас вроде можешь. Нет. Управление никнеймами поставил. Ну только своим. Я не могу. Давай я попробую поменять, Олег же ник. Ну он там может, он не админ. Да, я про себя. Изменить никнейм, да, я могу тебе менять никнейм. Хм. Я права, он, наверное, потому что Гриша. Хотя я без понятия, как он там работает. Он должен был рыгнуть, но что-то пошло не по плану. Тут не все рыгают, кто приходит. Ладно, проси, пожалуйста. Я покушал, я доволен. Я здесь, значит, жрал, ждал вас всех, дам. А этот просто пошел, выключил микрофон и пошел жрать, да? Угу. Пиздец, так и буду так делать. Тут поподробнее, пожалуйста. Не, подробностей не будет уже. Ладно, в этот раз рандом. А то баллисту слишком жаль. Уверен? Будет. Начинаем? Угу. Да, да, да. Мы без ботов играем впервые с тобой, брат. Так я здесь, я бот. Ну, теоретически мы всегда с братом вдвоем либо втроем играли. Бля, почему я подземелье? О! Я тоже. Справа в центре. Может быть, Олег, может быть. Олег, слева главное... с центра он, да? Угу. Олег, ты главное из подземелья не вылазь, пожалуйста. Угу. Это знак согласия? Да. Здесь надо было мантию забрать. Такое ощущение, знаешь, как будто... Видишь, как Костя ходит быстрее? Не то, что вы. По часу, по два часа ходят они, брат. Почему бы и нет? Тебя герой отдыхает? Нажми F2. Станет лучше. Ты нажал F2. Ты кому, мне? Угу. А, F2, чё там?
Но жарче стало. Лучше все стало. Нихуя не понимаю, что мне. Понажимай. Ну я нажимаю, я не понимаю. Он типа право в левую жопку двигает. Это что меняет? А, картинка меняется, я понял. Да, я походил за 10 секунд. Это я, да. У меня от кем подвал играет? Бот ходит за 5 секунд. Меньше, меньше, брат. Я тоже не знаю, что они не делают родолу. Ну, они читают, что может, к примеру, их первый, их второй в форде. Потом думают, чтобы учить в зале. Они думают, думают о жизни, о детях. Это правда. Чего мы опять подъебили? Ай, ты любишь данжен. Но настало время выяснить, кто из вас выиграл данжен мастер. О, я хожу, я нормально, я ходит. Не, брат, я последний хожу. Столько времени, чтобы порисовать. Столько времени, что ты. Ой, так нравится. Но убить на ведьму. Я мудрый. Ты дед получается. Он гипнотизирует и насилует тяночек. Ну не при всех же. Так вот почему только мантия женщина у меня тут стоит рядом с домом. Но в подвал они не пробьются. Олег. Олег. Что? Олег. Заебал, блядь. Костя. Вот видишь, как надо отвечать? Научись, быдло, Олег. Бля, что я сделал, бля? А он так сказал, да, братик. А ты говоришь, да, что? О, так лучше. Чё тебе ебать надо, нахуй? Так лучше, брат? Давай первый вариант. Что ты сам сделал, извините? О, некромантия. Гости персонаж дают деньги. Самое главное в жизни это деньги и быть без ресурсов. Потом просить у брата с помощью рынка ресурсы за деньги. Как с помощью рынка просить? Это с союзником только можно вроде бы. Не, можно и с врагами меняться. Мы же в прошлый раз против друг друга когда играли, и мы... Я тебя все время забирал ресурсы, потому что у тебя 100 тысяч ресурсов и 0 денег, а у меня 100 тысяч денег и 0 ресурсов. Мы дополняли друг друга, будучи врагами. А чем могу? А, это она может делиться с помощью, не знаю, хуйню это, я понял. Иди изучай. О, обелиск. А что обелиск показывает? Твоё будущее. Блять, обелиск показывает на поверхности. Поверхность. На поверхности поверхность? Да. Кто берет дерево, блять? Ежедневный доход 850 монеток в день. А что бы добрал, извините? Извините, пожалуйста. Я тебя не прощу. Тебя никто уже не простит, так что тебе никто ничего не скажет. Олег! Да-да, добро пожаловать в мой мир. Что? Ладно, говорят, в телефоне игры замечательные. Да ладно, я не так уж и много долго хожу назад. Ты дольше всех сходил.
Неправда, я читал текст. Я книжку открыл. Костя, он дольше всех ходил? Да, я уже много чего сделать в телефоне на самом деле. А кто сейчас ходит? Костя. Кто это? Блять, нихуя нахуй на. Олег, тебе нравится подземелье? Тут прикольно, тепло, миленько. Тут нихуя нет. Это грубо! Если бы я был на поверхности, там вот сверху, там столько всякого хорошего говна есть, брат. А тут смотрю, обелиск, камень, тюрьма, гнолы, мародеры. Все, тут нихуя нету, брат. Озеро лавы есть. Ну и что в этом плохого? Брат! У тебя покер остался. У меня он с какого-то года хранится, этот покер на телефоне, который мы играли с собой. Покер — это классно. Да, пошли в покер. Нет, это мы пойдем в покер, а вы ходите там. По три часа. Мне какой-то мяв добавил такой. Это чей друг? Это друг? А кто это? Кто это такие? Играет в игру Stalker Anomaly, играет в игру Dota. Интересно. А чё там у тебя? Я чел какой-то добавился. Меня в Дискорде вообще никто не добавляет, это странное. Как он тебя нашел? Кто наслил мои данные? Не знаю, кто бы это был. I hate niggers, I hate blacks, I gonna kill every nigger. Как скажешь. Сначала я убил анонима. Да, он токсичный, как-то он сказал. Как скажешь. Предлагаю убить анонима вместе. Согласен. Всегда как там. Скажешь. Ну всё, блядь, он допизделся, я зову весь дур. Я порву! Что-то нужно на усадьбу построить, усадьба. Где ты есть усадьба, вот ты усадьба. Ну и... Кентровый. Брат, я начну говорить сам собой, пока не ходит. Добро пожаловать в мой мир. Ну, брат, я, значит, могу поговорить тут с тобой? В твоем мире. Брат, ты можешь делать, что ты захочешь. Кроме как играть в игру. Хорошо, я вот снимаю трусы. Я смотрю, как ты снимаешь трусы. Я возбуждаюсь. Я достаю камеру. Я уже иду к тебе. Я прошу проценты с этого видео. Я достаю нож. Надеюсь, для возбуждения. Я нарезаю. Кончил. Конец. Мистицизм. Я тебе ничем походил. Ну ладно. Ади, Олег. Наконец-то. Наконец.
Там, кстати, вроде есть таймер, как я помню, в героях, брат, разве нет? Да, я поставил 4 минуты. Блин, так много. Это Олег попросил столько. Ну что, наверняка все прочитай, да, на каждом ходу. Джо, я быстро походил, понимаешь? Вот, все. Теперь я должен подумать. А ты умеешь? Умею. Да. Так. Ой, женщина, ходи сюда. Ну, да, так. О, это пещера. Ого. Жду в гости. Да, какие гости? Пещера это наша, соля, собственность. Заходи в их пещеру. Моя есть камень. Я чё, пока никогда заходить? Я просто вижу рядом пещерку с собой. Как смешно, троглодиты ходят. О, Олег, а что ты здесь делаешь? Олег? Олег, Олег. Где? Я оранжевый. А я голубой. Я понимаю. Ты тоже помнишь, что да? Обелиск. Что же мне покажут? Будущее. Потом тебя убьет. Олег умер? Э? От кого? Я хочу знать. Олег, если это не ты, то кто? Если какой не Олег, цвет? То кто? Вот да, вот. Если это не Олег, то кто? Какой кто цвет? Я оранжевенький. А ним шизу словил? Да. Да. Пизда. Блядь. Он матерится. Наконец-то, блядь, как же долго. Олег, посмотри в Дискорд, если это не ты, то кто? Я уже так троллил. А мы его троллим? Ой. Разрытые могилы. Они разрывают их. Охуенно. До конца хода осталось 3 минуты. Целую минуту ходил.
боевой маг. Наги. Маму, мам. Мау. Где мой лох? Я тут. Другой лох. У тебя есть другие? Да. Я больше не твой лох. Будешь моим лохом. В кубе. Как можно быть лохом в кубике? Думаешь, что говоришь? Кубики, рубики! Кузя, ходи! Могу наконец походить? Олег, не жи конфеты, конфеты все убьют. Конфеты это спид. Вызывает спид. На! Хуя себе, блядь, скримеры. Ага. Скопище адские троглодиты. Апнутые троглодиты жесткие, Олег? Не знаю. А что ты вообще знаешь? Ничего не знаю. Чё так много врагов? Это против? Да. Манда. Олег, я тебе не враг. Просто покажи спину. Покажи спину. Нет. Ты чего потом? Пойти. Да, блядь, не доходит. Одна магия. Вместе с ангрубном ты подвинешься? Нет. Блядь, это еще самостоятельные ходы, я забыл. Да, это мне кажется, я проебал ему. Грустно, наверное. Ты вы не... Те твои чувства... Почему я должен ходить, я не понимаю, пойду поиграл! Чувствами к чьими-то. Я только не меня, только не меня! Я сказал, слава, пошли. У меня нет чувств, я давно мертв внутри. Эшли, Тео! И Тео? Ой, блядь, куда я пошёл? Там, блядь, туда у нового 60 штук. Хорошо был герой. Нахуй. Там есть кнопка отступления. Ой, не Саул, не будь волнуй. Ступай, Костя. CSGO maps, but they're overgrown. Noticing XP's have been fed wonder growth. My one gripe with these maps is the fade distance on. Костя, ну что, победил гномов? Почти. Не тем героем пошел. Я бы тебе не доверил, Мипа. Я бы себе тоже не доверил, Мипа. Кто мяукает? Хитрый сам. Ничего не отвечает. Можешь просто как-нибудь дозвониться до сестры, узнать, как что чего или как что чего. Но она по факту. Но она в школе по факту еще. В школе? Ну, я смотрю по ее движению, она в школе находится. Хуя себе сталкинг. Она же быть там учитель, потому что им же запрещает пользоваться. Понятно.
Это когда ты скачаешь Зенли. Да. Ты зачем за сестрой следишь? Я слежу, ну, он попросил, она не отвечает там. Поэтому ты начал следить за людьми. Нет, она сама добавилась ко мне в Зенли. Кто добавился кому? А ты кто играет с чувствами? Я. Твоими. А, мои чувства! Отдай мои чувства. Нет. Отдай чувства. Грибы. Там есть, кстати, кнопочка быстрой атаки, чтобы я не сражался, чтобы за меня сражался был? Да, 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 на настройках. Нет, там есть, снизу менюшка. Только я не помню, какая кнопка за что отвечает. Быстрый бой, вот, ну все, я поставил. Как? Настройки и быстрый ход там. Где? Ну вот там, ну там. Ах, системные настройки, а, там справа быстрее. Системные настройки и выключить Windows. Что за за ним, блядь? Я чувствую какую-то агрессию. Хм. Да я сказал. Подожди, Дима. Да? А где мои воины? Группа. Крови. Группа, это сколько? Чем занимается кузница обычно? Чё она даёт? Ну, мне кузница дала палатку. Мне тоже кузница. Что в этой палатке можно делать, кроме как находиться? Она хилит палатка. А, всё, я понял. И её обычно ломают. Да, я её ломаю. Откуда ты хилишь себя? Я быдло. Мы знаем. Ок. Хочется в покер. Пошли поиграем без славы. Можно. Ну, видишь, какой ты плохой друг. Всё, не бежал. Ожидаемо. Он пытается оправдаться теперь. Ну а тебе, блядь! Нихуя! А я победю? Нет, ты с кем-то возражаешься, когда Фаренгейт ходит. Я хожу. Ну, Фаренгейт ходит. Фаренгейт просто кинул плохой репак. No. Блять, пиздец, они жирные, я точно выживу. Будет очень печально, если нет. Давайте убьем этого анонима. Как же он заебал. Да, звуками. Мастер по кику не анонима здесь. Ты убил его. Да. У меня есть стрела, у меня есть стрела. Кидай стрелу, Мирана, стрелу кидай, Мирана. Марси сейчас подняшься. Там можно смотреть. Ну да, так как смотреть, как ты сражаешься? Я бы посмотрел бы, как так ты я сражаешься. Же враг. Ну я бы посмотрел все равно, как ты сражаешься. Ты что, скрываешь от меня что-то? Мы вроде бы враги. И что вам? Пиздец, эти летучие змеи дамажат. Я думал, они слабенькие. А слабеньким я оказался. Реально жесткий. О, удача. Она еще жива. Какие же они живучие! Охуею, собака. Прощай, собака. А я выживу. Собаку не трохай. Собаку потрохай. Мне кажется, что-то незаконное советует. Ну, это не точно. Блять, какие они противные. Лови стрелу, сука. Ну нах. Опа, сдох. Все, победа. Почти.
жрать конфеты, ты жирный! Да ебал, блядь, дай пожрать конфеты. Ладно, проси, пожалуйста. То нельзя, это нельзя, блядь. Можно хоть что-то? Мы дрочим. Ну, хорошо. Я это уже сделал. Во время игры, кстати. Эх! Надо бы тоже заняться, пока ходят люди. Ну, как раз видишь, время достаточно. Ну, там 10 минут. Эх, 4. А, ну, да, там же все люди. И не люди тоже. Хуе люди. Пиздец. Тебе пиздец. Ходи, Олег. Слава богу, блядь, заебало. Секунду, у тебя на ход. Ничего себе, я не знал, что мне всего лишь секунду на ход. Меня размутили? Да. Бля. Но он сидит, молчит, видишь, как байтить его красиво можно. Придур. Чему не научился. Чего на Олега так сечет, потом на меня? Я не на тебя, я на Костю. Я говорю, потом, перед твоим мутом. Теперь на Костю еще бэка, я понял. Ладно, на Костю сюда бэкать нам надо. Да. Ты на чьей стороне, Костя? На своей? Я бэкаю, не на своей, получается. Я захватил горячие деревья, теперь там мой флаг! Это мои горячие деревья! Это сгоревшие деревья, это мертвая растительность, брат, ты что, не понимаешь? Ну, для моих дендроидов, наверное, там, да? Дендроиды? Дендроиды. Детройт? Костя, ты конь! Я хожу, вау! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Ты приемный. Я знаю об этом. Ничего себе. Ты ходишь, кстати, Костя. Ты, кстати, ходишь, Костя. Реально. Нет. Я знаю. Ты, кстати, ходишь. Не хочу. Не пей! Подойти. Подойти. Что мне делать-то? Рисовать. Хорошо. Попил, рисую. Не пей! Ебать, это группа церберов. Не пей, пап. В пизду, я пойду в это подземелье, ну его. Попробую еще одолеть этих орков. А ты что, сразу к нам хотел, да? Не, я просто хотел какой-нибудь путь обхода, да, найти. Ну, хотя бы чуть-чуть пониже пройтись. А у меня, короче, моя зона, и тут на каждой зоне по бокам, куда, ну, можно пройти. Там какая-то группа, церберы какие-то стоят везде. А ты думаешь, тут это просто будет? Мне страшно там находиться. Да, я могу гномов вообще добить, на самом деле. А големы апнутые сильные? Я не помню. Да, брат, они сильные. Да, они сильные. Ну, просто когда я их апнул, я не чувствовал от них импакта. Какой-то из игр. Когда мы дрались за гирфонов, там вроде не апнутые были. Не, там были ап. Ладно, там были... Нет, там были не ап. Но я дрался с апнутыми. Еще там. С другим героем. Блять, надо бы пегасов себе, наверное, да? Слышишь, как он кликает? Не кликай. Не пей, не кушай, не кушай, не кушай, не пей. Только рисуй. Ну-ка, давай все свои войска. Хорошо, господи. Сам собой. Магистрат. Готов. И артефакт тоже давай. Теперь на колени.
группа. Сколько это? На рукаве! Это от 5 до 9. Группа 10-19. Сейчас погоди. Дезинформатор! А, это кучка. Информатор. Хи-хи-хи-хи, нападай, нападай, это всего лишь 5-9. Ты меня троллишь? Пойду лучше змей побью, они мерзкие. Не заслуживают жить. Надеюсь, их там 100 штук. Если что, гипноз есть. Ты будешь гипнотизировать, и они станут в твою сторону? Да. Никогда такого не было. Ну нах! Ну нах! У моей змейки упал моральный дух, как драться против змеек. Это мои братья, не хочу их бить! Тем временем змейка, которая пиздит его. О! Она перелетела к другому. Видимо, змейки заключили пакт. Им. Сука, ты заебала с удачей, на тебе нах. Видеоигры делают меня злым. Я знаю, блять, какие. Какой ты твой последний выходишь. Закрой рот. Пошел нахуй. Ладно. Хуяся, блять. Как здесь можно оскорблять? Здесь же группа добрых людей. Как вы имеете право оскорбление свои оскорблять? Закрой рот. Пошел нахуй. Ходи, Олег. Прекрати рисовать. Это Олег ходит. Наконец-то я хочу. Па-па-па-па-па-па-па! Что, сынок? Вот сходил, Олег. Костя, скинь ЦП. Куда? Тебе, надеюсь, на стрим? Меня зовут из Москвы. Брат, это я! Ответь мне! 7-4-9-9-9-5-1-9-3-4-9. Да, отвечай. Да. Ну я ответил, значит, на Тинькофф Банк, а ты не хочешь. Ты куда не Брайан, человек. Да. Подумай. Теперь другой номер звонит. Он сразу сбросил. Ладно, один номер, а второй... Мне в основном, кстати, на Билайн звонят рекламщики. Тик. У меня всего одна сим-карта, так что... Капитолий, хочу! Дайте парюсь! Я хочу... Капитолий, Капитолий... О, это я, что ли, могу ходить? Да-д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 а-
Могу еще. Бля. Ты мужик. Блять, я забыл на кого. А вот сюда иди, мужик. Посиди-ка тут у меня. Лол. Лол. Волка. Тик. Фонтан удачи! Подкова, брата. Э? Ты меня конем назвал? Да. О, вот жизнь не когда. Скоро неделя меня не закончится. Не переписывайся. Аргумент. Что это было? Я отправил туда чихнуть и кашлянуть одновременно. Зачем? Тебе надо дать ограничение 30 секунд, брат, в следующий раз. Там только минута есть. Ну, минута. Звучит как буллинг.
Нам хотя бы когда начнется показывать, что у вас осталось 10 секунд, он начнет паниковать и быстрее ходить. Не, наоборот, тупить и ничего не делать. Ну, это тоже плюс, но все же. А? Да. И еще я могу теперь поиграть с котиком. Котик будет счастлив. Что ты суешь меня? Ну, смотри на меня. Ой. Это не та ролевая игра, Олег. Чё? Или перепутал конференции. Разве здесь не клуб анонимных педофилов? А? Ой. Да это то самое. Так, что это у вас там за фураж какая-то полицейская? Это мне друг подарил. А, ну ладно. Там, если что, мы под прикрытием просто полицейский, так что не беспокойся. Вы новичок, да? Да? Да. Пизда. Пизда. На! Сука, змеи, убью их. Ура. Змеев. Их дохуя, они противные, вонючие. А то я ж ничего не говорю насчет тебя. Гипноз. Э? Теперь ты моя змейка! Череп. Опа, змейка кусает свою змейку. Вот это предательство. Тебя останут эти змейки. Что ты сказал? Говорю, змея тебя сейчас атакует. Ремучая? Ну что, ты птичку видел? Ну беги за птичкой, беги, беги. Что, правда, можно? Я её птичку помяукал и не захотел уходить обратно. Ладно. Ну, в смысле, удача пропала. Удача, как будто была, брат. Знаешь, то, чего нет, пропасть не может. Тут в игре, тут эта игра, где не нужна удача. Тут её получать нужно. Это не монополия. Нет. Ща бы поки. Поки? Поки. Пок или кок? Кок. Он больше не рассказывает никаком покере. Ну, Костя. Где ты, Кость? Блять, он ли фикс забыл закрыть, а тут какая-то порнуха. Что делает, блядь, Банкнаг? Банкнаг дает больше наха вроде. Банкнаги. Ну наху там дает тебе. Мне одну? Ну сколько там можно покупать, типа как в обычном домике своем? Мне страшно. Ну если ты победишь их еще. Я раскрашнула, мне кажется. И Кирай, я там! Отрыгала. Когда Фрэнк не будет ходить, тогда он размутится. Ну, я уже размутил. Ты против меня, да, получается? Да. Ну, он сам себя замутил. Бандиты выбежали за деревьев и нас атакуют. Нихуя себе бандит. Бля, бандиты, реально бандитные. Туе. Бандит, ну ты, бандиты. Почему-то у меня тут деньги появились рядом со мной. Тебя секунд на ход. Тебя часики, видишь, уже откапали своё. Часики жизни.
Да. Я просто трючок. Мы знаем. Друзья. Ну а тебе. Хуя себе, блядь, ему больно. Слышишь ты? Умрите. Как приятно! Я еще не начал ты. Картограф. Ай, моя баллиста. Ай, мои зомби, блядь. А. А чё рыцари такие жирные? А что ты такой худой? Хм, логично. Добавил на операцию лака, надо сохранить к себе. Я успел пролистать уже братский ВК, пока ты ходишь. Я воюю. Быстрее. Рыцарь неубиваемые, такие жирные. Ладно, меня как страхнули. Всем артефакты сейчас страхнут, блять. Мои травмы, меня страхнули. Ты свою мать, ты видел? Сука, ты мать, ты видел? Сгнись! Пиздец, блять, обидно. Обижен, ты представляешь какой? В каждой игре обижается. Я это не шучу, я даже. Народ, я отстой! Ну что вы кому говори? Бан. Он просит бан. Я всегда готов добечить. Бан. А смотри, забанить в ринге это есть кнопка. Бан. Удалить за последние 7 дней. Причина бана. Какой, брат, причина бана ему придумаем? Лох. Хорошо, лох. Все, забанит. Ладно, потом. Ха, лох. Ну сам себя троллит, и ладно, еще рано банить. Изучено. Меня изучи. Не изучено. Меня изучи. Нет. Мы разве в Стелларисе? Чё он там изучает? Меня. Это я хожу. Ты подопытная крыса? Угу. Давай тебя ещё построим, ещё раз. Пад. Я могу как-то? Блять, я забыл. О, вспомнил, да. Всё, заебись. Ты руганулся? Да, блядь. Нихуя. У тебя, блядь, вопросы есть какие-то, нахуй. Молчу. О, деньги! Подойти туда или не подойти? Да, пойду сюда пока. Забыл, что это задание. Костя, ты справа? Как сверху слева? Ладно. Мне не надо было с ней говорить. Думаешь? Рогатые демоны. Я всегда готов всех встретить, не беспокойся. Я не готов. Так, сейчас неделя пройдет, я закуплюсь и всё. Он ждет неделю. Да, это последний, вы походите, мне наконец-то можно будет покупать. Только я могу делать.
Пещера пещерная. Нравятся камни? Нет. Нет тоже. Камни — это класс. Олег, давай у кого красивее камни. У меня круглый. У меня зеленый. У меня коричневый. У меня живой. Это точно камень? Попробуй. Гаргули, гремлины. Башня магов. Големы. Кстати, а за то, что герой существует, там платишь за его существование, вот? Нет. Вот ты его купил все. Да, и он твой вечный раб. А в реальности ты платишь за свое существование? В реальности за вас платит. Я плачу за вас. Змеи. Группа. 10-19. Получай! Я бешеный! Черт, на гептос не хватает. Сука, не бей! Поебал. Какой тварь? Сама такая. Получай. Магия земли. Это магия земли. А, привет, ребятки. А, привет. Ты где попадал? Я любил тебя, брат. Любил? Не пой из меня. Я тебе что сказал? Ты говорил, любить всегда тебя. Недословно, бан. Ты не прошел тест. Можно быстрее ходить? А! Только я хожу быстрее, потому что у вас там, наверное, уже 100 тысяч героев, да? Да. А если там по чуть-чуть, по немножечко войск. Ну, всего два героя. Сильный. Сильнее Олежа. Сильный. Это правда? Покажи мне свою силу. В постели. Ау. Я не говорю. Таков путь. Быстрее ходи! Заебал, блядь. Ты ходи быстрее, слышишь? Ты. Нет, слышишь ты. Ты слышишь. Я не слышу. Помочь? Убить себя. Оказывается, в этой игре есть бесполезные артефакты. Вау! Это бесполезный артефакт назывался Фаренгейт. Возьми дольше. Алё, дай мне тоже подольше походить. Всё, я закончил, просто ходить смотрел город свой. Город бодрёжевый. Красивый! Ну, да нет, там ничего нету.
О, население всех жилищ квадрат. Там есть камни. Моя коллекция камней есть. Моя красивее! Я нападаю на твой город камней. Ой, я нашел город нейтральный. Cloudfire. Ну и все, мужик, иди куда-нибудь подальше, сражайся там. Ну, вообще можно отправить мужика. Ну, пусть сюда тоже идет. Они вместе ходить! Птица счастья! У меня нет таких. Есть? Кар! Кар! Никаких кар. Кар — это машина. Надеюсь, спорт тогда. Ас, это же С. Бэби? Кок. Это курица. Кок — это повар! А? А кок — это кокаин. Не, что я там думаю, брат, мне нужно, кажется, нужно позвонить тебе. По номеру, который тебе звонил. Ничего не знаю, господин полицейский. О каких номерах вы говорите? Брат, если что, у меня есть полильчик номеров, так что я могу тебе всегда посмотреть, кто тебе звонит. Звонил. Да мне вообще все равно, кто мне звонит из Москвы. А вдруг там какой-нибудь друг твой старый, там 3 года не видели, Майдер! Хочет мне позвонить. Вернуть 100 рублей. Да. Как долго Фаренгейт ходит? Таков путь. Нихуя себе. Я же убью тебя. Печально выйдет. Не стукай. Стукай, стукай. Ты ко мне идешь? А, стук. Иди сюда. Стук, стук. Чук, 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 чук. Я иду на твой кок. Лена, мой кок. Брат, а с кем это ты на фоточке, которую я лайкнул? С кем-то. Не хочу обсуждать это. С кем ты? Все, тогда я понял. С кем ты? Со мной. Скинь фоточку, я хочу посмотреть. Хуя, ты не хотел. Это конфиденциальные данные. Конфиденциальные. Самое прикольное то, что считай... А нет, нихуя, я не могу пока на украинском. Это могу посмотреть брата данные всегда, где он живет. Номер телефона, номер карты. Вроде бы все знаешь. Да. Мне просто нравится прикол... Что... Да. То, что на работе я могу посмотреть абсолютно всех данные. Просто считай по фамилии, имя, отчеству. Мне выдается список этих людей. Вообще, полиция? Знаю, сколько там. Полиция, а? Работаешь? Полиция работает. Мне выдаются их данные. Это прикольно. Ай, не кусайся, Симба. Ну, он хочет и кусается, Симба. За тебя покусаю. Я давай. Дикий. Давай. Не там сдох, блять, или что? Хз. Ну, поэтому не стоит никогда брать его.
Ты видишь, что стоило ставить 4 минуты, Олег? А оно бы не помогло, я 3 драки делал. 3 драки делал. Да, да. Дрочу. Я на такой формулировке. Дрочу. Хочешь, покажу? Э? Почему меня так прозвали? Давай. Дрочу. Смотри, вот как надо ходить. Оп. Что, прикольно ты ходишь. Вышли, давай ходить. Теперь, брат, давай поговорим о жизни. Ты думаешь, за сколько Олежа походит? Я думаю, минуту. Если нет, хорошо. Я сломаю ему ебал. Смотри, ты сейчас 31.03. Что делать? Можешь пока подумать там, развлекаться. Мы поговорим с братом о жизни. Член. Член, да, член, смотри, какой член. Вот там у меня член. У тебя член. Нет, ты ходишь, ты не вписываешься в тему. Черт. Ты должен думать, размышлять, как ходить правильнее, в какую точку палку кинуть. Хорошо. Вот и все, думаем так. А мы дальше, брат, договорим с тобой. Ты помнишь, какой член был на члене? Это тот самый член, о котором я думаю, который был в члене на члене? Да, это тот самый член в члене, потом он был расчленен. Ни хрена себе. Расчленивать член, это очень... Звучит прикольно, я так скажу. Член члена. Минута прошла, убивай его! Писем. Ну смотри, пошла минута и уже 32:17. Мы 31. Я хожу по карте. Это при том факте, то, что мы тебе еще давали фору 7 секунд, пока я шифтабулся. Бля! Все, я походил. Вот сколько? Час 33 секунды, брат. Час 33 секунды? Час 33 секунды, да, ты ходил. Ничего себе, время быстро для тебя. О, мама, ты что хотел? Под этими. Под... Ой, иди сюда, гномы. Не хочу их при себе, пусть уходят. А, под кокаином. Быстро время сейчас. Вспомнил это слово. Кокаин. Кокаин. Все, просто на магию. Костя, у тебя кокаин в часах. Быстрее ходи, фрингат. Давайте посмотрим, сколько фрингей ходит. Засек? Да, 33 минуты 30 секунд. А давно я хожу? Да? Или вон 30 минут уже ходишь? Да. Быстрей! Нет! Никаких быстрей! Что такое дрожь смерти, Олег? Это штука, которая дамажит все живые существа. А мёртвые не дамажит. Кроме мёртвых? Да. Значит, меня не будет дамажить. Ты до конца тебе не дамажит. Я первый пошутил. Смотри, какой у меня гипноз это Ренеган. Ты видел? Ренеган? Ренеган. Ого. Котелок заберем. Эту штучку заберем. 33:30 было, 30. Ну, ровно минуты, слушай, ходил. Теперь, брат, засчитываем. Засчитываем текст? 34:50. Ай! Золотой павильон. Нихуя себе. А теперь посмотрим, сколько слава ходит. Ну, я говорю, 34:50 было. Не грязи на меня.
Я на Олега сейчас накричу несы. Ай. Вот видишь, ему за это звонят. Это не мне. Я говорю, ему звонят. Кому звонят? Брата нашему. Пока он ходит. Он не отвечает. Правильно, не надо. Он сейчас заедет. Брат, сколько ты ходил? 3-4-50. Брат, ты ходил 40 Алло. Секунд. Дик. Мой док. Дик и док. Лучше от Дик и да, и да. Где еда, еда? Еда там, где надо. Давай, Лёш, мы зашикли сколько ты хочешь, а времени больше не будет. Мне не нравится, что ты хочешь. Хоть сказать, шлёпаешь. Кто там, кто кого шлёпает? Я тебя. Ага, прикольно, ты шлёпаешь. Я хожу. И сюда женщина, давай, забирай все это говно, ожерелье, скорости. Вам бы помогло такое, чтобы ходить побыстрее. Леся! Я победил! Блять, я потерял достаточно, и хуй с ним, зато в подземелье зайду. Подземелье! Не заходи в подземелье! Хожу в подземелье, нахожусь, идём, блин. Блядь, чё? Хуя себе, это что за урод тут? А? Батя, куда мне тут идти? А тут идти некуда мне в моей части. Ты что забыл здесь у меня? Я уже забыл, я тут живу. Сочувствую. Ну ебать, надо героя ещё взять. О, вот этого героя хочу взять. Все, живи тут, пока дни не будут наступать. Одни остановились. No. Да. Мы с Теларис же играем. Так, посмотри. Понимаю, о ком-то. Где надо в моей пещере? Иди-ка лежи на пещере. Ты вообще знаешь, какой тут перед моим домом был пещера, я зашел. Я победил ради этого только зверей. Я потерял. 50 кинта. Несу, у меня все равно еще достаточно войск. Я вижу. Смотри, что на кухне. Ты недавно жрал. Жрать можно вечно. Еда важна. Еда важна. Хотел спокойной жизни, никого не трогал. Приходит красный. И шо он? Красный это плохо, да. Ну ладно, я-то его вижу. А он тебя нет? А. Представляешь, кота накормил, пасать сходил, а фаренгейт все еще ходит. Это нормально. Ого, позволяет... Позволяет поднимать 100% убитых убитых существ в виде скелетов. Нихуя себе. Имбово, не прав ли? Это
поебень позволяет считать, ты убил там 40 гномов, тебе 40 скелетов за это далось. Угу. Я помню своих скелетов просто. Они, кстати, быстро подохли. Скелеты мягкие какие-то. Скелеты могут быть мягкими. Блять. Давай, скажи, вот тут скелет перед тобой стоит. Что ты сказал? Подробишь, а он мягенький будет, да? Передо мной может стоять скелет, потому что скелеты не могут стоять. Скелеты как бы не имеют связки между костями. Мы ходим, потому что кости как бы держат на себе мясо, которое сдерживает другие кости. Да, мы... а кости какие мягкие, по-твоему, да? Ну, кости твердые, но их все равно... Вот именно, ты только что что сказал. Палки! Палки, ну сейчас тебя сломаю, палка. Как можно позначить, что сломать? Я и сломаю твои палки. Мои палки. Бля, какой джин. А, бля. Эй, я хожу, ничего себе. Да, хозяй, босс. Хватит мне лайкать. Да, что мне делать еще? Поговори с Олегом. Олег, как у тебя дела? Слушай, расскажи, чем ты занимался последнее время? Последние 5 лет? Да, последние 5 лет, пока я лайкаю, брат. Знал, что так долго хожу. Я попытаюсь справиться. Будет лайкать. Вау, где ты взял такие часы? Тоже... себе такие хочу. Написала Маргарита Кудрявцева, которая удалила свой аккаунт. Так. Кто-то мне ауфку когда-то тут Ринтаро Каба. Ну, ауфка. Да. Ауфка? Что такое ауфка? Люблю тебя, защита. Я тебя тоже люблю, мой брат. Почему у меня пост я твой не лайкнул? Почему я тут не лайкнул пост? Вот надо лайк поставить еще. Олег, ходи быстрее, он лайкает меня! Ты хочешь, Костя? Я хожу, вау! Фух, я спас тебя, брат. Ну, понимаешь, он снова приебётся к тебе. Ну, когда, да, приедет ходить. О, ты чё опытом? Что тебе в моих подземельях нужно? Я хочу хоть куда-нибудь сходить. Мысли хоть куда-нибудь, у тебя есть поверхность? Да там много врагов, а я захотел пойти в другое место. Где их уже очистили? Я могу учить тебя, 2000 золотых. Бля, денег теперь нет. Деньги не важны. Нам ебучий магистрат 5000 жрет. Тысяча теперь золото будет каждый ход давать. Да тисаница замок еще учить. Бля, 10 тысяч за него давать, ёпт твою мать. Да, брат, именно твою мать. Что я тебе сделал? Я не понимаю, я пойду, у меня тролли ребёнка. Иди, пожалуйста. На ним. Будете меня торопить, буду ходить еще медленнее. Мы его не берем больше героя. Мы тебя больше не возьмем. Так и скажем. Че он там делает долго? Я вроде бы не так долго и хожу. Просто читаю. Ты помедленнее стал. Это, ой, побыстрее стал, это правда. Ну, блядь, пока другие ходят, я думаю, вы можете там, ну, прочитать все досконально.
Правую кнопочку нужно, Дарик, ходите. На ручка ходит. Че, я читаю тебя. В Доте 2. Ты меня читаешь, значит? ПВП на деньги? Хуясь. Нет. Эх, да не хочешь со мной играть на деньги. Брат, ты хочешь со мной сыграть на сотку? На СФ-ах? Да, ну можно на СФ-ах. Я буду судья. Да, хочу, ты же не зря мне сотку дал. Ну тогда как мы победим в этой игре? Или когда тебя заебет эта игра? Ну вот так. Я сходил, брат, ради тебя. Наконец-то! Ну, сейчас уходи с моего подземелья. Нет. Мне нужно ускорять процесс. Я вижу грибы перед собой. Нихуя себе. Я вижу башню ветеранов. Не трогай башню ветеранов. Я вижу эту башню, значит я пойду в эту башню. Хоть какой-нибудь дайте мне хватить тут. Я что, даже пришел? А вот я вижу трагландитов, или как они там назывались. Трагандитов? Трагандитов. Трагландиты это! Не поговори со мной больше. Ну ладно. Я готов. Я готов, брат. Я, вот видите, я раз в минуту хожу. До конца вашего хода осталось 3 минуты. Кость, ты ходишь? Ну что, блядь, я могу говорить? Мой дик. Кок. Никаких коков. Куда мне идти? Сверху у меня ничего нет, брат. Ты стой тут. О, университет. О, тирана, пресная защита. Что это такое? Грибы. А это что такое? Библиотечка посвящения. Хранитель приоткрывает двери. Ох, хуй знает, что это значит. Зелененький! Что зелененького? Да зелененький, так ты, мой брат. О, пора уходить. Да куда ты хочешь уходить от меня? Видишь, да, я тебя стою. Я от тебя уйду. Ладно, я слабенький, видишь, я прохожу. Это мои подземелья. Я знаю тут каждый проход. Я тоже в подземельях, но я вроде... Не лезь в чужой конфликт. Ну в уголке сами поваркуемся. Да. Чё мне еще выучить такого? Блять, хочется Капитолий выучить. Ну там ебучий замок нужен. Потом еще 10 тысяч до него отдать. Ну давай. Нет. Ты бы мог этим заниматься, если бы... Не покупал войско и жил в экономику. Я тоже я покупаю войско, но я как бы... Я... Нет, это значит не полностью экономика. А что мне надо с экономикой делать? Я хожу, ну, захватываю, все. У меня всего... Так у меня всего 4 их, и у меня нету еще 3 тут. Я вкладываюсь в ресурсы, в попытках. Надеюсь, аноним сейчас придет к тебе и убьет тебя там. В твоём поверхном мире. Он походит, я вот мне тебя полайкать. Как же хоть денег хочется. Купи деньги.
Я не пойду на работу, буду получать результаты. Кремлены. Хуевлены. Ну да, меня троллят, блядь, слышишь, меня троллят. Троллинг, хуёлинг. Моргенштерн тебе скидывали. Так, ладно, брат, пора мне переходить к твоим сохранёнкам уже. Ты ходишь? Я хожу. Да. Меня обманули! Ждаёшь меня на обманник, обманник. Спасибо, спасибо, я... Вот это по уже 40 лайков, пока едем в жизни. Брат, напомни, почему я все еще не сделал ремонт? Почему ко мне Алена все еще не со мной тут? Почему ты пищаешь микрофон, когда я тебе жалуюсь? Спаунит Олег. Это хочу купить. Меня ты хочешь купить? Не. Тебя не хочу. Я все. Ты хочешь, Кость? Когда я трачу свои деньги. Матапный будет. Помри, ты мне не нужен, герой. За сколько Костя ходит, знаешь? Костя ходит два раза быстрее вас. Не верю. Не верю ты мне. Черти, каменные жаркули. А он погоди уже. У меня всего два героя. Один, который стоит на мозге, один, к которым я хожу. Нет? Я заранее знаю, чем закупаться замки мне, я знаю, что они дают. Костя, что ты там делаешь? Я иду за нижней штукой, какая-то тут валяется. У Славы дома, да? Так вот, брат, ты мне так и не ответил. Я пока микрофон выключал. Не был тут! Я... Так почему, брат, ты не сделал ремонт в моей квартире? Почему Алена сейчас не ночует у меня? Я попрошу обоснование в жизни.
Давай, брат, отвечай. Нет, не отвечай на вопросы без этого своего адвоката. Олег! Что? Ты мой адвокат. Я подписался на это? Да. Нет. Тебя просили. Ходи быстрей! Два чмока вход. Ну-ма. Нет, ну знаешь, человек, это было так обидно, считай, когда ты бы хотел, но ты не можешь. Ты меня до сих пор не погладил по спинке. Ладно, ладно. Я думаю, считай, в феврале займусь ремонтом. Я как раз, считай, отпуск-то неделька февраля, я отдохну с тем, потом у меня еще отгулочные дни существуют в жизни. Придется покупать немного всего, работать дома. Прогулочные дни? Ну, отгулочные дни. У меня замены нет на моей работе, поэтому мне дают подгулы. Поэтому я могу взять себе один день, примерно, как минимум, пока отгулочного дня, который я как бы на работе, но как бы нет, мне за это заплатят. Преимущество. Заметь, я кикнул Фаренгейт, он больше не возвращается. Он понимает, что не хочет сюда возвращаться. Ты обидел его. Как будто что-то новое сказал. Давай, делай контактики. Чего? Понимаешь, за меня, да, в смотрении новостей ВКонтакте. Тебе нужен военный билет? Да! Так купи! О, у меня есть! У меня тоже! У меня тоже! Да у меня это круче вашего! Или нет? Я там категория годности высшей степени. У меня рекомендация, короче, с армейки. С руками оторвут тебя там. Иду в полицию к брату поеду, засыпаю его, арестую. Да не в городе, я списал с МЧС вообще-то. Я могу всех скелетов превратить? Я не хочу превращать всех в скелетов. Скелетов, скелета. Нет, скелетов, скелета круче вообще-то. А я могу. А он апнутый станет, Филипп? Обычный лох. Они у меня апнуты. Нет, когда ты превращаешь в скелетов. Наверное, обычные. Ну, наконец-то я тебя учу. Он тебя лучше. Да. Получайся, кентавр ебучий. Так вот. Да, блядь, как ходить? А, это конец карты, я-то думаю. А, это что, зеленого, да? Надо захватить. Эй, брат, это звуки счастья были. За тобой брат, идут скоро, мальчик. Я не против, когда за мной уже дойдут какие-то. Потом я пойду в твой замок. Там погуляю. Ну, попробуй. Там ждет тебя мой геройчик апнутый. Я возьму твоего самого сильного воина и заберу себе. Ты переманишь его гипнозом, да, и он станет на твою сторону? Да-да-да. Чего?
Почему ты спишь в стиме, Костя? Ну что, я сплю. Спасибо! Теперь я хожу! Я спать, короче, стал на нем. Ну, типа, в чём смысл, блядь, с ним его звать? Как... Каждый раз мы его зовем, он уходит, блядь. Что это за хуйня? Напиши каждый ему! Раз... И мне в тех завтра. Каждый раз, нахуй, мы тебя, блядь, зовем играться. А ты любаешь. По КД. Как с тобой вообще играть во что-либо. В Stellaris сосёшь и ливаешь. В героях ливаешь. В Циве ливаешь. Ну, кстати, мы не играли, ну ладно. В Доте по КД пидишь. И ливаешь. Один раз за долгое время. Каждый раз нахуй такое. О, это я хожу. Я. Брат, тут какое-то темное гнездо передо мной. Я посмотрю, что там. А, посмотри. Не трожь свечу! Да я хочу и потрогаю. Блять, а мне хватит вообще ресурсов теперь на покушать? На покушать. Мне нужно еще 5000, 5500. Блять, а сколько стоит? А, 90. А там дохуя. 90, 150, 200. Блять, тендроиды дорогие. Я хочу здесь лежу. Я не ошибся, если что. Алло, як? Биверны сильные? Биверны, не знаю. Ну, в доте биверны вроде нормальные. Не, пока в героях интересует. Я пописал, покакал, а Олег все еще ходит. Я файчусь. Зачем я какаю и писаю тогда? Не писай, не какай. Брат, у тебя в подземелье так оживлённо, хотя бы мест много для прохода, не то что в моём... Да? В моём... ущелье. Я бил его. Это был бот. Ты же ботов убежаешь. Конечно, ты все чисто, я тут все очищаю! Мне так нравится твоя чистота, порядок. Я уже выехал за тобой! Брат, верно сильный? Я не помню, но вроде да. Тут кучка верно. Из-за которой я не могу никогда выйти. Загугли в интернете. Кучка верн герои 3. Просто верно загугли. Кучка это 5-9. Доход, конечно, сидеть 5-7 уровня на клип. Я тут! Нет,
4 варианта эволюции. Я эволюционировал. Это командиру, брата! О, хочу, конечно, летучих змей нанять. Нанимай, нанимай. Блять, а нахуя я их нанял, когда мне теперь нужно тут еще покупать? Нанимай, всех нанимай! Ну, на все, что еще. На что денег хватает? Блять, деньги кончились. Ой, ебать. Ну ладно, хотя бы герои потом доступны будут хорошие. Денег нету, мой брат, любимый. Любимый, да? Был бы я любимым, ты бы сейчас не гулял у меня. Ну, почему тебя люблю? Потому что... Народика будет! Неправда. Блютика. Сейчас пиздец. Блевутика? Ну чё ты троллишь? Блять, может драконов себе уже по-тихому делать. Я там для драконов тоже. Да хватит! Пипец. Зачем ты это делаешь, я не понимаю. Так, увидим. Атака 14, защита 14, урон 14-18, здоровье 70. Брат, я, если ты придешь, почисти меня, пожалуйста, в виверну. А скопище это сколько, брат? 20-49. Ну, тогда не хочу на архимагов идти. 20-49. Попробую на орков пойти потом. Как закуплюсь уже, когда денег хватит. Покупай всех орков. Мне денег нету. А где рынок находится? Где мой рынок? Я тебя все еще не вижу. Это хорошо. Потому что я уже в своем замке. Ты че? В моем замке там как раз копятся ресурсы. Хуя себе. Опачусь. Нихуя, 28 скелетов, блядь, я ж убью их всех. Я всех скелетов убью. Убью я всех скелетов. Ладно, не могу без скелетов. Ну ладно. Я убью скелетов. Я всех убью скелетов. Я убью скелетов. Я скелетов всех убью. Я убью скелетов. Хапдыщ тебя, это крутой. Ай, они задизморались. Это как ты в досе? Да. Мне не нравится, когда дезморалят меня. Не дезморальте меня! Мы тебя уже задезморалили. Ну какой дезморален? Он такой убил. Я ж не дезмораленный. У Олега нет писюна. Я знаю. У него пизда. Я ж, блядь, убью всех, кто это бэкнул. А ты ничего не слышал. Бэк. Кофемашина упала в цене на 10 тысяч рублей? 10 тысяч рублей в кофемашинах? Да. Она оставила 10 тысяч, потом в итоге, когда ее сделали за 20 тысяч, сделали 50% скидку 10 тысяч. В итоге она стоит 26.
Нафт. Вот такое только ауфа. Это я вспоминаю с Кокову в ленте. И она со скидкой стоит 120 рублей, а без... Причем скидка написана 45%. Потом, в итоге, она стоила типа 180-190 где-то там рублей. Ты бы купил колу за 190 рублей мне, брат? Колу? Да. Да? Мандал. А, тебя затроли. А, хожу, вы представляете себе такое? Да. Теперь ты импотент! Импотенты! Иди за собой, будь осторожен! Уйди из моего бравода! О, конечно, я согласен! Кого можете? 7-10. Здоровье 30. А ты чума? А ты чё за верно? Ну, блядь. Не, я учу вот их найму тогда. Тык. Не нашёл. Наконец. Вот, ты даже оставил мне денежки. Да. Какой ты добрый! Не легендарно. Блять, вы чаще маг, вот да, какой? Как он выглядит? И хуя себе 131 гремлин, ты там чего, ебать? Кентавров моих подчиняет. Там файт происходит у вас? Да, мы представляемся друг другом. Представляетесь друг другом? Да. Вставляем друг друга. Желобщик, зачем я им пошёл? Брат! Не говори мне ничего в жизни больше. Ну ходи моими кентаврами. Ты своего кентавра убил. Да. Это же не мой гендава. Ты своего друга убил. Я да не убиваю никого. Это же не твой друг, да? Да. No. Копин и покин. Копин покин. Ну чё бьёшь моё дерево? Оно будет жестким. Ненавижу дерево. Оно обнутое, потому что. Гномов, давай сюда, иди, гном. Ты же звуки архимагов защищаешь? Я их люблю. Я дофф любишь получать. Заскнись, дерево! Так, три дерева всего осталось. И бузиков эти пизди моих. Шутивый ёбок, а ну-ка сюда подошёл. Дедов, блядь, он любит. Я понял, Симба, понял тебя. Милка в другой комнате! Опа, это же MVP ходит. Опа! Кусь!
Ты убил своего друга. Это не мой друг уже. Ну, а мне все пиздить есть архимагов. Да, блядь, учеников не пиздили. Сам их привел. Даже будут издалека стрелять. А чем ты привел лучников на смерть? На моего, да. Я брю тебя, гремлин. Станет мага. А, пошел. А ну, ну смотри, тебя по лопатой будет пиздить. Кусь! Я сражаюсь до последнего на этом. Я не отступаю. Заткнись! Блять, мой лучник сейчас тебя ногами будет пиздить. Блять. Ай, блять. Ну я не убью твоих дедов. А мой стреляет издалека. Мой так не умеет. Ай! Вообще он ничего не умеет. На-на! А блять, да за доди снял. Да, дедов не уважаешь, да? Да. Ладно, прости, пожалуйста. Долго. Потому что мы против друг друга, да, не против мобов. Слушай, ты иди сюда, дед! Садись, деда! Тупой! Нет! Эй! Блин, может стоит отступить? Нет, я набью твоего деда. Отступите, ну вообще, я сказал, да подлюбился. Ты замолчи. Точно не хочешь отступать? Не хочу. Кусь! Он пришел в мое подземелье, травы получали, а? Какой нашел. Спасибо за артефакты. Обожаем. Я мог в экономику идти. Меня заставили построить мобов. Ты рад? А если ты не купишь в месяц мобов, они останутся еще и будет типа огромная армия? Да. Да. А, так cool. Я думал, типа каждый месяц надо покупать. Не. Каждый месяц, каждую неделю. Не. Ну ладно. Каждый раз они могут там скопиться тебе до 200, а потом ты возьмешь в один клик купишь их, если у тебя дохуя денег. И пойдешь ебать всех. Пишник план. Он тебе в любом случае надо чем-то добывать, пока будет. Если не пойдешь с одним гоблином на кого-нибудь. Ты ошибаешься. Сколько глубоко ты ошибаешься?
сука, горло болит у меня уже. А почему оно тебе болит? Я тебе не ссылал еще. Мне уже третий месяц болит, брат. Это очень неприятно. И не проводит. Ты можешь прочистить твое горло, сходи в крачу. Он тебя трубку в горло посунет и прочистит. И за кнопка. А, вы играете следующего героя, который есть еще для подвижения. Да, я хожу. Ты переписываешься? Слышишь, брат, как он переписывается? Это я, Костя. Олег, я спас тебя. Спасибо, брат, я просто боюсь сейчас. Меня. Переписываешься? Нет. Да. Тебя уже не спасти. Секрет готовы к новому сезону DPS. Пятым игроком команды стал Сумаил. Вау. Надо купить себе героев, постараться, надеюсь, финансов хватит. Вот и его еще косарь остался. Что еще могу? Не могу, да? Что мне не хватает? 10? Я понял. Надо пойти добыть. Надо бы мне пойти добыть. Сражайся! Я 20 кентавров потерял. Сурсы! Деньги! А за деньги можно героя купить. Я не могу их хапнуть. А вот могу. Еще маленький. Да. Не хватает. Проходи, да. Хожу. Yeah.
Как насчет того, чтобы через полчасика пойти в Дока 2? Брат? Как скажешь, Олег? А? А? Это не я, да? Как скажешь, брат? Брат, это я, так что я согласен. Со своим предложением. Ну ты что, все согласны, все молодцы. Нет. Я не подумал еще. Дай думай. Надо подумать. Лучше. Магия воздуха. А ну я врублю быстрый бой, если я проиграю бой. Мы идем в доту. Я победил, но все сдохли. Прикольно. Yeah. Я не против пойти в доту. Ну пойдем в доту. А? Сказал через полчасика. Почти росла. Кто хлюпает? Шлюпает. Хлюпает. Ага. Почему у тебя так жопка громко шлёпается? Я слушаю оправдание. Не вижу оправдания. Ты ко мне, киса, идешь, да? Скажи, пока вот они походят. Тык. Киса на мане. О, деньги еще. Стоит сервер. Подпища. Не хочу сюда идти, значит. Лучше построюсь. Нет, не хватает большой сад. Ладно, я лучше пока построю. Капни кентавру. А я могу попробовать, да? Победил! Понимаешь, 50 победил всего 6 кентаврами. Деньги. А это что такое? Рин артефакт какой-то. А! Блять! Халявный. Ну, тут, короче, я, наверное, стоит его прочитать, а там, короче, да, это артефакты так, охраняют штуки. Ведьмы. Герой пропал, брат, только что на глазах. Вон. Это хорошо. Думаешь? А сколько их там вообще? Пиздец. Я убил 40 гарпий, и этого было недостаточно в жизни.
Поехали, ходи. Волна смерти. Ну кто дрожь смерти? Кретану. Upon my heart. Oh, oh, wow. I need you, a god. Брат, подари мне два красных кристалла. Это дорогие штуки. Как у нас ресурсы? Мы можем все в этой жизни закончить. Блять, опять я потерял достаточно жизни. Гриферит мой, мое подземелье, еще хочет, чтобы я ему давал кристаллики. Да. Но если бы ты Олега трогал, я бы подумал. Бро, я хотел потрогать, а ты отказался, сказал, не надо, да, Олежа мой любимый. Я не помню такого. Это я помню. Ого, так можно было быстро ходить, оказывается. Нет. Получай, птица. Бать, птица. Если я не умру. Блядь. А гипноз не хватает. Получай, птица! Кусь! Маншотнула. Кусь! Кусь, говорю! Какая ты сука? Псису ёбок. Еле-еле. Обняли. Големы спасли ситуацию. Thank you.
Олег, ты ходишь? На. А мне понравился твой тон, молодой человек. Я убью тебя. Заткнись. Нет. Пожалуйста. Вот ты вот. Ой, что это так зеленое тут от своим домом? Подожди, я только заметил. Гуляй. Гуляй. Тогда я сейчас как тактично поступлю, выгоню этого зеленого подальше. Каким образом? Так, покупая персонажа. Заставляю покупать персонажей. У меня увеличился один, так что страшно. Когда даю ей персонажей. Не убей его, женщина. Хуя себе. Ну. Вруби стрим. И стримов. Тут смотреть-то не на что. Может попробую? А попробуй! Ой, я победил их! Кентавры одни остались. Хотя ж кентавр один был. Как он остался? В смысле, кентавр один был. У тебя же вроде один кентавр был. Не? Ну. Ну я же отдал свои персонажи его. У тебя остался один живых кентавр. А, нет, баганул у меня. Ну тут я баганул, у меня был. Я же передал всех персонажей. Если я не одолею этих вивер, надеюсь, ты меня помянешь. Потому что мне ничего не осталось в жизни. Мы знакомы? Да. Пицца разыгрывает 15 годовых запасов пиццы. Потеря в бою, все, я наигрался. Чего там? Да я, блядь, проебал бой. Я забыл, что у меня автобой был включен. Мне захнули гномы. Что там? Хабра, как его быстро дам. А я попробую. Ой, я победил их! Блин, правда, я все проебал. Что это за феечка тут? Блять, я не смогу дойти. Ходишь.
Да? Сходил. Да, как бы сходи. А, мы с тобой за Эмма зали, да? Да. Меня проебал. Эмма! Это мама. Аня, открой дверь, пожалуйста. Если бы был папа,